Друзі, телеканал Миколаїв представляє програму «Стопкадр» в студії ані Тарашевська. Про що говорять справжні чоловіки? Ми з вами дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі, і побачимо, що іноді трапляється під час несподіваної зустрічі. Наркоманами люди становляться в силу різних причин. І за того, що вони, як правило, неправильно воспитані, і за того що вони з раннього детства переживають якісь психологічні проблеми. Наркотик притупляет все чувства. То есть другое название наркомании – это болезнь чувств. Я давно для себя, еще тогда принял решение, что я буду заниматься психологией для того, чтобы помогать людям меняться. Самим лечением мы не занимаемся. Почему? Потому что мы не медикаментозная организация. Мы занимаемся ресоциализацией, то есть перевоспитанием. Еще вчера я помню, как все начиналось, как мы там, делали наши первые, по сути, шаги мы постоянно находимся в процессе доказывания своей эффективности. В некотором смысле это выматывает, но могу вам сказать, что мы стали гораздо сильнее за все эти 10 лет. Сегодня, друзья, мы с вами узнаем про те, как невероятные думки стают справой жизни. И, несмотря на все трудности, эта справа набывает силы. Друзья мои, вы знаете, что только не приходит в голову, читая, ну, например, расписание наших съемок на нашем телевидении. И каких только людей, бывает, не встретишь, когда вот так вот просто идешь по студийному коридору. У нас здесь очень много можно встретить разных людей. Вот, кстати, я вижу, вот идут одни, вот идет наш режиссер Виктор Данилович Завизион. А вот еще вот знаете что, я предлагаю, чтобы нашим сегодняшним героем нашей программы стал вот этот замечательный молодой человек, с которым вы, телезрители, уже знакомы. Павел, вы случайно на телевидении сегодня приехали по каким-то своим делам, а тут мы вас поймали. Слушайте, а давайте поговорим о вас и о вашей деятельности. Тем более, что и повод есть. Повод, знаете, какой, друзья мои, 10 лет, как Павел возглавляет наркоманский центр, правильно? Павел? Ну, я не назвал бы его наркоманским, это центр реабилитации наркозависимой, молодежи. Но вы смотрели человек с бульвара Капуцинов? Конечно. Да? Настоящему мужчине всегда есть что сказать. Поэтому я с удовольствием с вами проведу время. Друзья мои, настоящему мужчине всегда есть что сказать, а настоящим слушателям и зрителям всегда есть что? послушать и что увидеть. Поэтому, Павел, я предлагаю, пойдемте, телезрители, с нами, пойдемте в студию и вместе с Павлом поговорим о том, о сём, но ну и узнаете много-много интересного и нового. Павел, проходите, пожалуйста. Но где мы еще можем побеседовать, как не в студии, правда? Идемте, телезрители. Вот, друзья, наша студия. Сегодня мы в таком немножечко непривычном ракурсе будем работать. Но, вернее, не работать, а вернее, мы поговорим с Павлом. Тем более, как я уже говорила, Павлу есть что сказать. Итак, Павел, будьте добры. Недавно десятилетний юбилей вашего центра. Извините, что я его назвала наркоманским, но это так чисто по-человечески. А на самом деле он-то преследует совершенно другие цели и задачи перед собой ставит, когда вы создавали ваш центр. Ведь задача в первую очередь помочь тем, кто страдает от употребления наркотиков и кто сел на иглу и не может с нее спрыгнуть. Это очень знаменательная дата. Честно вам говорю, вот ложу руку на сердце, я не думал, что нам исполнится 10 лет. Как-то так время пролетело. Мне всегда казалось, что 10 лет это такой большой отрезок времени, а оказалось, на самом деле, совершенно нет. Еще вчера я помню, как мы, ну, как все начиналось, как мы там делали наши первые, по сути, шаги в том, чтобы открываться, в том, чтобы привлекать людей, в том, чтобы постоянно доказывать то, что мы эффективная программа, то, что у нас благие намерения, то, что мы там не секта какая-то, не религиозный какой-то центр, да, вот, каких очень много, к сожалению, вот. Мы постоянно находимся в процессе доказывания своей эффективности. В некотором смысле это выматывает, но могу вам сказать, что мы стали гораздо сильнее за все эти 10 лет. Вот. И не постесняясь, не буду лукавить, назову нас профессионалами. То есть вы называете себя профессионалом на рынке тех, кто дает услуги, предоставляет услуги по излечению от наркозависимости, да? Ну, самим лечением мы не занимаемся. Почему? Потому что мы не медикаментозная организация. Вот. Мы занимаемся ресоциализацией, то есть перевоспитанием наркозависимых. Реабилитация, ресоциализация, да, для того, чтобы человек смог изменить свою жизнь, смог изменить свои разрушенные ценности, смог изменить свое уличное, так сказать, мировоззрение. Его нужно из этой уличной среды забрать и поместить в другую среду, которая будет благоприятно влиять на его изменения. Приблизительно этим мы и занимаемся. У нас есть реабилитационный центр, в котором люди находятся стационарно круглые сутки. Их никто не держит насильно, там нету никаких решеток, нету никаких там засовов, больших заборов, колючей проволокой с охраной, э, там такого нет. Человек приходит добровольно, может уйти э, добровольно, но э, большинство подавляющее не уходит. Потому что когда они приходят, они цепляются за возможность изменить свою жизнь и жить, э, потому что наркотики употребляя люди не живут. Люди существуют, это правда. На грани жизни и смерти вот, они находятся каждый день, употребляя наркотики. Поначалу это может быть как-то интересно. Знаете, какая-то авантюра в этом присутствует. Вот. Но э очень вскоре э употребление наркотиков пере переходит в разряд заболевания. И он употребляет наркотики не для того, чтобы получить удовлетворение, там, кайф какой-то, еще что-то, а он употребляет наркотики э как в лекарство. Чтобы ему было хорошо, чтобы он не чувствовал состояние абстиненции, ломки. Вот. А ломка страшна не физическая, а ломка страшна внутренняя, психологическая. Человеку очень страшно смотреть на себя, какой он есть на самом деле. И наркотики ему помогают изменить это состояние сознания, к сожалению. Вот. и Для того, чтобы исправить эту ситуацию, нам требуется от одного года до полутора человек у нас пребывает. И только после этого он, ну, скажем, при, э, подходит к нулю, к нулевой отметке. И вот с этого нуля он начинает работать над собой уже в социуме, уже после нашей программы. Вот. Я могу вам сказать, что нам есть чем гордиться за эти 10 лет у нас. Э, но у вас даже семейные пары есть, да? Да. А, у нас ну, есть. Я имею в виду, что из, э, человек, который избавился от наркозависимости и создал семейные я пары. Я иногда шучу, что нам уже детский садик нужно открывать. Uh -huh. Да, потому что у нас уже столько деток, на которые наши выпускники э, привели в этот мир, что ну просто я смотрю и восхищаюсь, я понимаю, что этого ребенка могло не быть вообще в принципе. Либо он мог быть какой-то больной, либо еще что-то. Но это здоровые, красивые, замечательные, прекрасные дети. И я уверен, что они их воспитают трезвыми. Вот я в этом убежден. Потому что те люди, которые через это прошли, и ту школу, которую мы дали ей благодаря нашему психологическому реабилитационному центру, они используют и в своих семьях. Павел, а вот знаете, к сожалению, вот эта проблема наркомании, она как-то всегда была. Просто о ней, может быть, не говорили, потому что ну, не модно было говорить или нельзя было говорить. Сегодня об этом можно говорить, но несмотря даже на психологические центры, на реабилитационные центры, наркоманов, к сожалению, меньше не становится, а может быть даже и больше. Наркоманы есть, были и будут всегда при любой как Это вы так, оптимистичный такой прогноз, да, ну, телезрители? Это неискоренимо, это неискоренимо, к сожалению. Вот. Это как коррупция. Да? То есть, э, это есть, будет и, и, было всегда. Вот. Точно так же и наркоманы. К сожалению, будет э, всегда категория людей, которые будут неправильно воспитаны, которые будут в каком-то протесте находиться вот, и находить для себя решение своих внутренних проблем с помощью употребления наркотиков или алкоголя, либо еще каких-то других препаратов. Потому что наркомания имеет много разновидностей. По сути, переедание тоже в, в какой-то степени является разновидностью наркомании. Но мы сейчас не об этом. Мы очень часто приезжаем с профилактиками в школы, в другие учебные заведения. И вы знаете, вот мы еще живем с каким-то мышлением таким очень старым. Вот у нас все плохое от Советского Союза мы внедряем. Все хорошее мы выкидываем. Вот такая тенденция. Потому что было, безусловно, и хорошее. Ну как, это была жизнь, и в каждой жизни есть и плохое, и хорошее. Правда, телезрители? В вашей жизни есть и плохое, и хорошее. Хотелось бы, чтобы хорошего было и, больше. И, и вы знаете, как-то вот у нас вот эта вот э, подгонка под общие какие-то стандартные планы, вот замалчивание своих проблем, она у нас присутствует еще до сих пор во всех этих учебных заведениях. И мы приезжаем в школу, к примеру, да, вот я же привожу живой пример. Мы приезжаем и говорим директору школы, что вот мы хотим провести профилактику, он говорит, нам не надо, у нас этой проблемы в школе нет. Вот. Человек даже не знает, о чем она говорит. Вы поймите, я не могу сесть и доказать, что у них есть эта проблема. Хотя я знаю, что, ну, логически предположить, это все равно, что сказать, у нас в Николаеве нет этой проблемы. Вот. И только после того, как я кого-то поймаю, приведу и докажу, только после этого я признаю наличие ее. Вот. Но, когда человек говорит, что в ее школе все благополучны, это откровенная ну, скажем, ну если не ложь, просто незнание проблемы, да? лукавство или, может быть, даже это какой-то мещанский уровень, знаете, вот как-то вот заявлять о том, что у нас это невозможно, едете в другую школу, вот в другой школе у есть, а в нашей нету. даже если и нету, хотя это неправда, вот даже если и нету, то в любом случае профилактика она крайне важна. уже сегодня и нет, завтра она может появиться. Вот, это очень важно и у нас должны быть уделены этой проблеме, особенно сейчас когда идет вот такой вот очень серьезный конфликт на востоке вот, когда люди по сути нищают, многие родители вынуждены зарабатывать, ну, уезжать на заработки за границу, оставляют своих детей на бабушек, которые не пользуются авторитетом у своих детей и, и в силу э, ну, в силу того, что они просто не могут уделять должного внимания этим своим внукам, те воспитываются на улице, а на улице они могут научиться только, скажем, не очень хорошему. Вот, очень единицы, которые могут на улице что-то почерпнуть для себя хорошее. То есть падение экономического уровня населения, оно прямым образом влияет и даже на количество наркозависимых в этом обществе? Конечно, да. Рассвет проституции, воровства, наркомания, алкоголизм – это падение социально-экономического уровня в стране. Это всегда, это основные критерии, не секрет. Вот. И, безусловно, нужно всем обществом противостоять э, той беде, которая на нас э, будет надвигаться. Еще будут многие десятилетия, вот, многие думаешь? десятилетия нам будет еще откликаться те проблемы, которые мы переживаем сегодня. Да, это правда. Хорошо, но тогда, вот вы говорите, общество должно вставать на защиту своих интересов, а если общество деморализовано? У меня есть девиз, понимаете, как бы, хочешь изменить мир, начни с себя я делаю. Вот. То, что кто-то там деморализован, либо он там не хочет, либо не видит смысла, это его эксклюзивные проблемы. У, меня есть такой девиз. Я начинаю с себя, я вижу, что это нужно менять, я беру, меняю. Да, это моя тема, я и занимаюсь. Вот. И очень легко сидеть на диване и рассказывать о том, что ой, как у нас все плохо. Возьми что-то измени. Если каждый здравомыслящий на данный момент гражданин Украины возьмет и поможет одному человеку, своему брату, собрату, не знаю, вот, то у нас вообще проблем не будет. Понимаете? То есть, значит, проблема не в, даже в падении экономического уровня, а в падении нравственных идеалов? Это все взаимосвязано. Это же само собой разумеется. Понимаете, когда падает э, социально-экономический уровень, то падают, естественно, и нравственные идеалы. Люди перестают думать о том, чтобы помочь ближнему, а люди начинают думать о том, чтобы как бы мне обезопасить завтрашний день. Я лучше те деньги, которые у меня есть, ну, скажем так, лишние, да, которые я раньше мог отдавать э, человеку там, в помощь, э, либо организации какой-то, либо, там, не, не знаю, неважно. Вот, лучше я приберегу на завтрашний день. Это страх. Который переживает сейчас вся наша страна. Вот вы знаете, Павел, я думаю, что телезрители согласятся с тем, что легко быть хорошим, когда все хорошо. А попробуй быть хорошим, когда все очень плохо. Ну, все очень относительно. Вот когда женишься, вот, тогда есть такие слова, да. И, и в бедности, и в богатстве, да, есть там такое выражение. Это во время венчания? Да, во время венчания в том числе. Человека можно проверить и деньгами, наличием денег. То есть, когда все хорошо, человек тоже себя проявляет не в самую хорошую сторону очень часто. Вот. И бедностью тоже человека можно проверить. Вот. Насколько он человечный. То есть это две крайности. Сейчас мы переживаем жесткое деление... Наших социальных уровней на две части: бедные и богатые. То есть средний уровень практически уничтожен. Это очень плохо, потому что э, средний уровень это как раз та основа, на которой э, все, в, 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 все моральные ценности, социальные ценности вот, они именно на вот этом среднем уровне держались. Потому что богатые люди обеспеченные, э, им не до, бед, не до проблем бедных. Всегда так было. Они могут что-то пожертвовать, но. Вряд ли они будут заниматься этими проблемами вот, нищих людей. А у бедняков, у бедных людей точно так же, знаете, как бы они смотрят на богатых и думают, нам так не жить. Поэтому они нас не поймут. Вот это такое вот жесткое разделение, которое, к сожалению, всегда приводило к каким-то жестким конфликтам в любых странах. Вот, вот это вот наличие этого э, разделения и отсутствие средней, ну, среднего слоя, так сказать, социального статуса людей. Ну Как мы знаем, наркоманами могут стать не только люди из среды бедной, но и из среды очень богатой, и э, там тоже есть свои беды. Наркоманами люди не становятся, потому что они бедные или потому что они богатые. Наркоманами люди становятся в силу э, разных причин: из-за того, что они, как правило, неправильно воспитаны, из-за того, что они с раннего детства переживают э, какие-то психологические проблемы, которые на которые замалчиваются, которые неправильно реагируются родителями, в частности, вот. И ребенок самостоятельно ищет решение этих проблем. Наркотики чем они сильны? Вот то, что употребляя наркотики, человек сразу становится тем, кем он хочет. А наркотик притупляет все чувства. То есть другое название наркомании — это болезнь чувств. Человек искажает свои чувства, он перестает вообще э -э, понимать, что он чувствует. Он даже об этом не задумывается, ему все равно. С одной стороны, э -э, так жить гораздо легче. И люди, которые постоянно находятся в стрессе, где взять деньги, вот, там, как там не потерять мужа, либо как не потерять жену, как воспитать ребенка. Вот они постоянно в этом стрессе находятся, и для них наркотики тоже являются определенным способом релаксации. Но эта релаксация приводит к зависимости впоследствии, понимаете? Ну, да, это путь в погибель, и выхода а, из него нет. Но есть ваш центр. Есть наши центры, и к сожалению, мы очень ограничены. Вот есть много центров по Украине, есть хорошие, есть не очень хорошие. Но я считаю так. И методик очень много, методик очень много. И красота в различии. Нам не стоит привязываться. Вот если есть есть религиозные баптистские центры, есть в Запорожье есть религиозный православный центр. Если они помогают людям, одного-двух людей, неважно, все, это центр рабочий. Для меня это уже критерий того, что люди делают добро, люди кому-то спасли жизнь. Это очень важный момент. И самое главное, чтобы эти центры, они получали поддержку на государственном уровне в том числе, на уровне донорском. Потому что я знаю по себе, что 10 лет мы выживаем. Ну, сейчас уже нет, но с, особенно сначала, первые 5-7 лет, вот так да, вот, мы выживали вопреки, к сожалению, а не благодаря донорской и государственной политике Украины. Знаете, Сейчас телезрители смотрят на вас и думают: вот такой респектабельный человек и вдруг занимается таким делом, как реабилитация наркоманов. Вот если можно, Павел. Почему вы избрали такой нелегкий? Ну, спасибо большое за комплимент. <свят> вот. Как вам сказать, это произошло очень давно. Это произошло 13 лет назад, в городе Одесса. В Одессе мы после одного из психологических тренингов, по которому проводил, ну, на мой взгляд, очень авторитетный и серьезный профессор психологии Фрэнк Пьюселик. Вот он повез нашу группу показать ну, как бы, той благотворительностью, которой он занимается. Он поддерживает Центр реабилитации наркозависимого молодежи. Мы поехали, посмотрели, и я давно для себя еще тогда принял решение, что я буду заниматься психологией для того, чтобы помогать людям меняться. То есть я увлекался сам, я себя меняю и сейчас, вот, я и по сей день живу в графике в определенном вот, выполняя ежедневно определенные там какие-то психологические для себя инструктаж, вот. И когда мы поехали в этот центр, я увидел ребят, среди которых были тоже разделения, были совсем разрушенные личности и были уже ну, такие цветущие вот, люди, которые хотят жить. Это те люди, которые только пришли и те люди, которые уже пробыли какое-то время в центре. Для меня это может быть ну я, конечно, с лукавлю, если я скажу, что это наркотик, да, вот. Но для меня это э, то удовольствие, которое я получаю, когда приходит разрушенный человек, наркозависимый, и когда мы с ним работаем через полгода, я смотрю на него, он просто красавец, он просто. Это совершенно другой, э, другой человек, он мыслит по-другому, он выглядит совершенно по-другому. Э, у нас была такая история, вот я вам ее расскажу, вы поймете, почему я этим занимаюсь. У нас была девочка э, на программе, которая одесситка. Ее поймали на седьмом километре. Тогда был модный наркотик героин. Ее с героином поймали. И мы написали заявление в райотделе, что она едет к нам лечиться ну, на реабилитацию. Вот. И там есть определенная статья, которая позволила ее не, ну, освободить от криминальной ответственности. Вот. Но через год ей назначили э -э -э то есть нарколог должен был там, подтвердить, что она трезвая, что она не употребляет наркотики. И через год мы ее привозим к наркологу, он у нее смотрит и говорит, я 12 лет, у меня 12 лет э, стажа, это не наркоманка, это подставное лицо, уберите ее отсюда. Для меня это самый лучший бальзам, который был. Я-то знаю, что, э, кто это, что это она. Вот. И когда он на нее посмотрел, когда он с ней поговорил, он сказал, эта девушка никогда в жизни наркотики не употребляла, э, вы другого человека привезли. То есть у него в его карте, в его голове даже не укладывалась мысль о том, что это возможно. А для меня это как раз и вот наверное, то ради чего я работаю. Так вы, батенька, художник? Может быть, да. Вполне скульптор. Назовем это скульптор. Я не ограничиваю себя только центром реабилитации. Я занимаюсь другими проектами, всевозможными. Вот. Но у меня есть мечта. Я когда-нибудь хочу открыть институт эффективности. Я когда смотрю на людей и понимаю, что эти люди большую часть своего времени просто проводят неэффективно, тратят непонятно на что. Я понимаю, что если бы они знали об эффективности, если бы они могли брать себя в руки, если бы они хотели этого делать, то они бы могли добиваться гораздо большего сами, не, не требуя от кого-то, знаете, как 35 лет он ходит и рассказывает, что ему негде работать. И это тоже очень эффективный момент, когда ты не знаешь, что тебе делать. Это не повод лежать на кровати. Я хочу э, открыть институт эффективности. Я хочу, чтобы люди становились эффективнее сами для себя в личностном росте, э, в какой-то там внешней э, деятельности, неважно, на своей работе добивались э, результатов, зарабатывали больше денег, вот, крепче любили, э, повышали свой социальный статус. Вот хочу развивать это направление. А вот сам тот реабилитационный центр, в котором ребята проходят, находится. Это для них, это на них отрабатывается, по сути. Вот эти все методики, которые мы хотим в будущем использовать, и э, наши выпускники это не просто люди, которые не употребляют наркотики. Это очень важный момент, и на этот момент нужно делать акцент определенный. Наши выпускники это люди, которые являются успешными, социально активными, которые не просто там рожают детей, а качественно их воспитывают. Среди них есть очень известные бизнесмены, известные политики. Вот, mm -hmm. да, и я могу вам с гордостью сказать, что это люди, которые понимают, чего они хотят. Они совершенно не употребляют ни алкоголь, ни наркотики, вот, но свою жизнь они строят так, что я могу наблюдая за ними, только гордиться. И чем больше они добиваются, тем больше добиваюсь я у себя внутри, подтверждая себе, что я делаю правильные вещи. Все это очень важно. Я не могу как бы, утверждать, что все люди, которые проходят нашу программу, они вот поднимаются там до каких-то определенных серьезных высот. Мы даем инструменты, это как университет, мы даем образование, мы даем инструменты. Человек хочет пользоваться, если он не хочет, это его проблемы. Вот, но вот эти люди, которые с самого низа социального какого-то слоя, да, вот добиваются серьезных высот, и они выглядят так, что, глядя на них, никто даже не скажет, что человек рядом с наркоманом когда-то стоял, не то, что он там э, какую-то реабилитацию в каком-то реабилитационном центре проходил, вот. Для нас это показатель. И те ребята, которые проходят программу, не смотрят на них, и для них это тоже показатель, они к этому стремятся. То есть это важный момент. И главное в вашей работе, что есть все время, к чему стремиться. Да, да. То есть это статус, который мы повышаем. Я доброе одесское прислевье. Жора, жарь рыбу. Так рыбы нет. Ты жарь, а рыба будет. Так і наш сьогоднішній герой, голова правління Очаківської районної громадської організації, джерело Павло Казарян, вважає, що перш за все треба йти вперед. А що буде, то і буде. Сподіваємось, що все буде добре. Я, Ані Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре.